Привет всем, привет, с вами Габигал, мы находимся в игре My Sim Car. Почему я такой высокий, я не знаю. Короче, не знаете вы, сколько я провозился с управлением, чтобы настроить эту игру? Боже мой, я не знаю, минут 20 я настраивал эту игру. Короче, так, давайте заберем с собой сосиски. В любом случае, мы, короче, сейчас поедем изведывать эту игру. Я хочу съездить, короче, в магазинчик. И получается купить каких-нибудь продуктов, потому что, ну, этого у меня мало еды, у меня мало всего, мне нужно каких-то продуктов, мне нужно ящик с пивом, по-любому забираю, по-любому, это 100%, это не обосновывается. Так, и засовываю его тоже внутрь машины. Надо будет ехать максимально аккуратно, чтобы давайте в гараже что-то возьмем, потому что я помню, что что-то тут было. Давайте одну краску, один флакончик возьмем. Я не знаю, зачем я столько мусора набираю всякого, но пускай он лежит, почему бы и нет. Так, и возьмем аккумулятор, мангал, фонарик. Фонарик нам по-любому пригодится, если будет ночь, это будет не очень хорошо. И теперь тут еще что-то есть. Тут еще что-то полезное есть. В любом случае, нам нужно взять канистру с бензином. Я не знаю, стоит ли ее брать. Давайте лучше возьмем канистру с бензином, может быть, она нам тоже пригодится. О, все, поехали. Поехали, ребят. Наконец-то опять с этой машиной вожусь, блин, по 30 часов. Так, глушить не буду, я сразу говорю. Я сейчас заеду на вот эту вот базу. Там можно взять топор, можно взять дрова. И, кстати, мангал мы не взяли. Мангал мы не взяли, но он, я думаю, нам не пригодится. Я знаю еще одно местечко, где есть мангал. Мне брат показывал. Так, теперь я вылезаю с машины, так, открываю дверь и бегу, посмотрю. Сейчас заберу топор. Заберу топор. Давайте расколем дрова. Расколем дрова. Раз, минус. Так, тебе присесть. Два. Два, 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 два. Так, а два уже нельзя, я так понял, да? Так, ладно. Забираем топор. Топор в любом случае нам пригодится. Так, вот так вот его кидаем туда. И забираем одну дровинку. Одну дровинку забираем. Нет, даже две дровинки, наверное, заберем. И возьмем еще. Тут у нас стоит Сидорович. Поставил мне водочку. Водочку. Ванила называется. Так, кидаем ее туда. Блин. И теперь, если вот это каждое бревно можно было убрать, это было бы настолько круто. Так, я не знаю, для чего вот эта штука нужна, но мы ее тоже возьмем. Мы просто все в машину накидаем, все в машину, что только возможно. У нас уже вся машина загружена, понимаешь? Так, блин, есть КамАЗ, можно, в принципе, на КамАЗе поехать. Но смысла так такового нету. Такового смысла нету, так, есть туалет. Давай посмотрим, кстати, что в туалете есть. Очень интересненько. Сохранение? Я сохранился в туалете, боже. Так, ладно, теперь поворачиваем направо и съезжаем на трассу. Все, изи, просто, Вась. Наконец-то мы на дороге. Так, я надеюсь, с боков никого не будет. По сторонам. Посмотрели? Все, летим. Летим по дороге. Наконец-то, слава богу. Мы выехали на трассу. Все, можем на третью переключаться, на изичах просто ехать. Так, у нас вон все лежит. Все у нас в багажнике. Все у нас под контролем. Так, летим по трассе. Интересно, что сейчас будет. Интересно, вон кто-то уже летит по дороге. Уже кто-то летит. Блин, он едет прям очень быстро. Я от него немножко отслоился, потому что он немного даже за линию, по-моему, когда он нас проехал, он за линию немножко заступил. Это говорит о том, что не очень опытные водители. Так, едем. Нам нужен поворот направо. Нам нужен поворот направо, но не первый. Не первый, потому что первый поворот направо — это наш дом. Мы до нашего дома поедем. А нам нужен поворот до магазина. Если я не ошибаюсь, он должен идти вверх. Такая гора должна. На гору подъем должен быть. Так, ну короче, едем, едем. Мы увидим поворот в любом случае. Так что ничего страшного. Ничего страшного. Кстати, машин довольно немного. То есть одна машина на 3 километра мы уже проехали, я думаю. И, кстати, у нас 3000 денег. Это довольно нормально.
3000 денег, 3000 рублей, 3000 евро, 3000 гривен, я не знаю, что такое. У нас, короче, 3000 денег. Так, за нами, по-моему, кто-то едет. А, не, это наш сгусток дыма. Сгусток дыма из выхлопной трубы. Так, летим, короче, до первого уже теперь поворота. И там сворачиваем. Блин, как же прикольно ехать. Не, типа, когда у тебя есть передача, это вообще другое. Типа. Все, я четвертую включу, ребят, передачу. Мы уже едем сотку. 100 км в час. Блин, на вот этой тачке это прям опасно, что ли, я не знаю. На такой машине ехать 100 км в час. Вась, это прям топово. Блин, тут прям резкий поворот. Нельзя тормозить, нельзя перевернуть машину. Все, она начала как по маслу уже ехать. Так, стоп. Сбавляем скорость. Я вижу, вот. А что там было написано? Ребят, вон еще один знак. Сейчас мы посмотрим как раз, что там написано. Там, по-моему, было написано что-то на букву В, я не понял. Но тут, по-моему, поворот на как раз магазин. Если я не ошибаюсь. Так, давай посмотрим, что тут написано. Айкерновка, лентокерка. Ничего не понятно. Ладно, пофиг, едем. Едем сюда, 60 км в час. Блин, я очень сильно надеюсь, что это дорога до магазина. Очень сильно надеюсь, что это дорога до магазина. Если эта дорога не до магазина, я очень сильно обижусь. А что это за сарай? Подожди, что это домики? Что это такое? Я нашел какой-то ангар. Но это же не магазин, Вась. Мы не доехали еще до магазина, походу. Мы еще не доехали до магазина. Это первый поворот, который как раз идет до моего дома. Там кто-то едет. Кто-то едет по дороге. Вон. Я не знаю, видите, вы не видите. Вон машина. Камера жестко трясется. Это же машина или что это? А, это знак. Ё-моё. Ладно, пофиг, разгоняемся. И летим дальше. Летим дальше, потому что смысла нам останавливаться, я так понял, большого так-то и нету. Блин, стоп. Вась, блин, ну как так? Ну как вот так? Эрка. Так. И теперь джишка. Все, поехали. Поехал. Все, ее начало как на масле начало вертеть. Ладно. Так. Походу мы машину сломали. Блин, я не хочу, чтобы у меня была сломанная машина. Вась, выезжаем на трассу, все. Едем. Спокойненько, аккуратненько едем. Так. Все, вторая передача пошла. Сейчас третья передача пойдет. Все, третья уже пошла передача. Так, все. И теперь едем до магазина. То остановка, да? Тоже остановка. Блин, не знаю, что вот это за поворот. Давайте в него повернем, потому что мне очень сильно интересно, что это за поворот. Блин, тут еще такая дорога. Блин. Не хочу сюда ехать. Не хочу возвращаться в то же самое место. Так что, давайте мы, наверное, поедем дальше по асфальту. Дальше по асфальту поедем. Потому что смысла мне сильно нету. Вот это... по грязи, по всякой фигне вот это ездить. Давайте, короче, поедем по асфальту и найдем сраный магазин. А тут есть карта? Ой, боже, я хотел нажать на карту, а он высунул этот знак. Просто, боже мой, что же такое? Так, какой-то знак был опять. Я очень сильно надеюсь, что теперь это поворот до магазина. Очень сильно надеюсь. Стой, подожди. А, да, смотри. Да, это поворот до магазина. Вон магазин. Все, нашли. Изи нашли магазин. Сейчас все будет.
Ой, тут типы какие-то на тачках стоят. Типы какие-то на тачках стоят. Но ничего страшного, мы вот здесь припаркуемся. Вот так вот встанем. Так, теперь вылезаем из машины. Типа мы крутые, вот чересчур. Типа автобус, можно потише ездить, Вась? Потерялись, алло. Вася, потерялся? Ты тоже потеряйся отсюда. Гонщики сраные. Так, заходим в магаз. Так, я хочу вас купить, знаете что? Мне нужно вот это. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Не-не-не. Так. Сразу говорю. Я не стал, получается, глушить машину так. Капец! А тебе туда засыпалось, Вась! Отдай мне это масло мое. Мое масло мне нужно. Так, масло назад. Туда масло. Спасибо, я, конечно, не хочу с тобой делиться очень сильно. Так, что у тебя тут есть? Зашел за прилавок, ребят, так походу и назову видос. Зашел за прилавок магазина. Блин, а продаю, продаю чикенбургеры, 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 продаю, продаю, продаю. Так. Блин, я попал на запрещенную территорию. Понимаешь? Ладно, мужик, все, я ухожу, ухожу. Не напрягайся, не напрягайся, боже. Бородатый ты наш. Так, выкидываем на улицу. Подарю одну мужикам. Капец, они летают, ничего себе. Вась, иди сюда, я тебе подарить хочу одну. Одну баночку, один ящик пива. Один ящик пива, один ящик пива, держи. Какие дебилы. Не понимают человеческую доброту. Давай подарим вот этому челику один ящик. Нельзя ему подарить один ящик. Ладно, окей, я понял. А что моя машина там делает? Подожди, я вижу следы. Они отбили мою машину. Братан. Они откинули мою машину. Вы офигели? Васьки, вы что-то путаете. Ладно, мужик. На тебе, короче. Одну пачку пива вот сюда я закину тебе. Так, пакетик давай я заберу себе. А вот это вот все пиво можешь, все масло выпивать можешь. Можешь отдыхать, можешь все делать, что захочешь, короче. Так, это я ложу себе пакетик. Один ящик пива сейчас заберем. Стоять. Че, в натуре меня могли убить в этой игре? Правда? Офигеть. Ну, ребят, получается все. Спасибо за просмотр. С вами был Гамиган. Это была игра My Subcar. Если хотите больше видео по этой игре, просто напишите комментарий. Все зависит от вас. Будете проявлять активность на говно видео. Даже говно видео буду снимать. Типа, мне без разницы. Спасибо за просмотр. С вами Гамиган. Пишите комментарии, ребят. Отвечаю, очень люблю, когда вы пишете. Со всеми общаюсь, со всеми подряд просто. Спасибо, до скорых встреч, всем пока.